$10 в час работаем. Да? Да, ну хотят $11 в час, сейчас только за десятку работаю. Мне 8 до сих пор платят. Только 8 платят, да? Капец. Да вообще нереально вообще выживать. Давай вот так же поставим тут. Матрас. Ну что, только что загрузили целый грузовик вещей. Поработали примерно 2 часа, заработали по $20. Ну что, работы во Флориде нету. Выживаем как можем, вот устроились работать на мувинг. Как бы надо крутиться, вертеться. Как вы понимаете, люди пишут, что работы нет. Да, действительно, уже живем 4-й год в Америке и просто, ну, реально выживаем. Очень все как бы так вот. Так что прежде чем ехать, 1000 раз подумайте, возможно, там в России, в Украине, там у вас все гораздо лучше, потому в Америке как-то вот так нужно работать. Я понимаю, что вот в России, в Украине не нужно работать, деньги падают с неба, там все проще, а в Америке, да, нужно работать. Но работаем на мувинге. Загрузили полный грузовик вещей, ну, будем перевозить, заниматься такими вот перевозками. Ну что, все, едем уже мебель перевозить клиенту, ехать полчаса где-то, дорогу, путь.